Когда Бог создал человека, Он создал его для определенной цели. И помимо того, что Бог сделал это для какой-то цели, Он сделал все для человека самое лучшее. Приготовил самые лучшие условия, Он задумал для человека и желал ему самого, самого прекрасного. Но человек, он по своему характеру, по своей воле, он потерял это все. Но в Божьем плане, в Божьем дизайне, в Божьей задумке для человека было приготовлено самое лучшее, самое прекрасное. Дизайнер Божий.